Расстегнулись часики. После зимы комиссару Барзану. Тяжеловато. Смотри-ка, ну что-то делал, пацаны. Ну что, друзья, оба, уже завтра или где-то на Дзене на днях выходит первый фильм «Приключения комиссара Барзана», полнометражный. Ну, я, конечно, вместе с вами с нетерпением жду приключений своего героя, поэтому морально готовлюсь вместе с вами посмотреть фильм. Будет ли продолжение? Сейчас 4 серии сделал полнометражных. Да, хочу сделать продолжение фильма, это очень сложно. Но я постараюсь, и он будет, конечно, менее фантастическим. Более направлен на реалии нашего времени. Там два варианта, или комиссар Барзан и комната ужасов, или комиссар Барзан чужой среди своих. Вот два варианта, ну сюжет примерно будет одинаковый, когда Барзан выгоняют уже из органов, из различных органов, из системы, и он становится свободным частным детективом, которому не имется по жизни. В общем, вот такой примерно сюжет. Все, ребята, жду с нетерпением вместе с вами премьеру, которая уже завтра на YouTube будет. Завтра 23-го выходит, завтра днем премьера будет, поэтому тут же оставляйте комментарии. Скорее всего, я в чате буду. Все, занимаемся спортом, пацаны, но аккуратно. Можно что-нибудь себе сорвать весной. Конец фильма.